Все, кто хочет принять участие в едином государственном экзамене, должны подать заявление в срок до 1 февраля этого года. Выпускникам школ в 2024 можно сделать это по месту обучения. А вот тем, кто закончил учебу ранее, подать заявление нужно в места, определенные приказом Министерства образования и науки Республики Коми. Все данные на официальном сайте ведомства. Нужно предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. А выпускникам прошлых лет при подаче заявления также нужно предъявить оригиналы документов об образовании или заверенные надлежащим образом копии документов об образовании. После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются по решению Государственной экзаменационной комиссии Республики и только при наличии у заявителей уважительных причин.